Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games, и сегодня в рубрике «Первый взгляд» мы посмотрим с вами эксклюзив для PlayStation 4 Bloodborne. Игрушка от создателей Demon's Souls и Dark Souls. И понятно, что многие любят эту игру, многие ее ненавидят. Japan Studio, производитель всего этого. Но в любом случае, я, конечно же, поиграю какое-то время в нее. Ну, не знаю, по сети или вне сети. Наверное, все-таки вне сети, потому что я слышал, что здесь можно как-то там сетевую игру мутить и с друзьями, и просто другие игроки, которые в сети находятся, будут тебе противниками мешать. Давайте пока с ботами поиграем, потому что игра настолько сложная, и понятно, что она не каждому по зубам, и пройти ее может далеко не любой. Я в том числе вряд ли ее пройду. Я даже, если честно, не буду пытаться, потому что я когда-то на канале, у меня есть типа начало прохождения Dark Souls 2, и я тогда почему-то думал, что это так круто, что я сейчас как начну проходить Dark Souls. Нет, ребята, потом я понял, что это за жесть, и, конечно, естественно, пройти все это было нереально. Поэтому вряд ли я и буду проходить и Bloodborne. Я просто его посмотрю. Я вообще, если честно, взял игру на некоторое время в аренду. Есть такие услуги. Вот, и поэтому я вот то время, пока в аренде она у меня существует, эта игра, я ее пройду. А дальше уже, наверное... Ну, как пройду? Пройду сколько смогу. А дальше уже хватит. Так, что нам нужно изменить? Степень яркости выбрали. Далее подтверждаем. Значит, ось камеры, ось не камеры, чувствительность. Да все нормально. Пускай вибрация контроллера, все включено. Здесь все хорошо. А, бледная кровь. Вы пришли куда нужно. Проводят кровослужение Ярмане. Вам лишь необходимо раскрыть его тайну. Ну давайте попробуем. Но с чего начнется посторонний вроде вас? Конечно, перелить себе немножко ярманской крови. Но сперва вам понадобится контракт. Ух, какой старик злобный был. Контракт мне понадобится. Так, ну вводим имя. Давайте. Давайте займемся тем, чего можно было на самом деле не показывать в видео. Но, если честно, я хочу записать этот первый взгляд чуть-чуть подлиннее обычного. Вот. Поэтому... И поэтому, конечно, возраст молодой. Ну, пускай будет молодой. Происхождение. Единственный выживший. Трудное детство. Жесткое прошлое. Профессионал. Ветеран войны. Благородный отпрыск. Жестокая судьба. Ничтожество. Охренеть. Ну, тут, естественно, разные у всех показатели. Давайте будем профессионалом, что ли. Да, ну как-то профессионал более нейтрально, потому что тут выбирать можно внешность. Голос. Зрелый. Пускай будет зрелый голос. Телосложение. Грузный. Очень грузный. Грузный сверху. Грузный снизу. Маленькая голова, большая голова. Да давайте просто... Очень худой это чересчур. Давайте будет грузный, пускай у нас он. Пропорция. Что за пропорция? Голова маленькая, грудь маленькая. Живот, руки. Да и ладно, хватит. Не собирайся на это много. Основной цвет кожи. Ну, он вроде светлый, нормальный. Да пойдет. Тоже не будем заморачиваться. Просто цвет кожи. Детали лица. Макеты лица. Ох, тут сколько их. Ну, не знаю. Ну, даже не знаю. Ну, нет, конечно, не это. И не это. Ну, вот такое пойдет. Похожее лицо. Что значит похожее? А, тут другое расположение губ и носа. Немножко разрез глаз меняется. Пойдет. Черты лица.
Молодой, пожилой, 62. 62, я надеюсь, это не возраст. Редкость форм. Ребят, ну это очень сложно. Я на самом деле, ну как бы, много времени не хочу этому на это тратить. Кому-то, наверное, это интересно. Пропорции лица, нос, глаза, гребень носа, ноздри, щеки. Я единственное, может, прическу поменял бы ему. Подбородок, челюсть. Ну ясно, что тут можно столько настроек сделать. Ну, не буду я, конечно, этого делать. Цвет кожи, грим мы уже выбирали. Волосы. Давайте цвет волос. Да пускай темный будет. Просто какую-нибудь прическу. Да-да-да. Во-во-во-во-во-во. Вот это вот весело уже. Лысый. Кстати, неплохо. Ну, понятно, что здесь великое множество причесок. Даже женские есть. Причем лицо-то там женское совсем. Или это наше? Ладно, давайте его лысым сделаем. Такой вроде брутал, ничего. Цвет волос, брови, цвет бровей, борода. О, и бороду ему сделаем. Это как-то уже по-модному. Ну, не такую, конечно, не такую. Не такую. Это большая чересчур. Ну, вот щетина. Подожди, я же сделал его лысым. Почему он волосатый? Ладно, сейчас вернемся. Сейчас выберем бороду сначала. Не-не-не-не-не-не. Вот это, кстати, прям из ордена, да? Ну, ничего. Кстати, кто соскучился по ордену, будет он скоро, не переживайте. Где волосы? Вот, я же сделал его лысым. А, я, наверное, случайно вышел. Ну, вот такой вот, да, с щетиной у нас будет чувак. Цвет ресниц мы не будем менять. Зрачки, тату. О, тату. Это родинки. Родинки не нужны. А, то есть... вот можно очки, кстати, одеть. Вот такие, например. Прикольно. Ха-ха-ха. Ух ты. Ну, это совсем как-то... Не... Нет, пускай он будет без очков. Хотя, конечно, вот эти базилки было бы неплохо, да? Такой чувак в таких базилках. Но он будет, кстати, подходить. Такой типаж будет подходить под игру. Ладно, давайте попробуем тут еще цвет. Можно очков поменять. Ах, ладно, нет, вот эти все. Все. Это загрузить избранное, сохранить в избранное. Не понимаю я, что значит по умолчанию. Что значит по умолчанию сохранить в избранное? Ну, пускай будет сохранить в избранное. Окей. Дальше-то как мне делать? Вот такой у нас чувачок. Получается нормально. Нормально он выглядит. Окей. Нет, конечно, подождите. И что дальше? А, то есть все, возвращаемся отсюда. Внешность настроили. Это настроили. Все, завершаем. Ну, вот такое вот создание персонажа получается. Говорят, кстати, здесь в игре заставки... прилично длинные, ну, то есть загрузки вот эти. Я, честно могу сказать, игра-то у нас уже сколько там, недели две, наверное, как появилась. Вот у меня она только-только сейчас есть возможность в нее поиграть. Ну, я и не ждал ее так сильно, как, возможно, многие из вас. А, возможно, кто-то вообще не ждал и даже не знал о существовании этой игры. Поэтому для вас именно я и записываю это видео, чтобы... Ну, если появится желание, вы себе приобрели эту игру или взяли, как я, в аренду, поиграть какое-то время. Либо просто поставили лайк за то, что я это делаю. Отлично, контракт подписан и скреплен печатью. А теперь начнем переливание. Оу, не волнуйтесь. Ну, как не волноваться? Тут непонятно, в каком месте мы находимся. Что бы ни случилось, что вам не покажется вам дурным сном? А у него глаза. Где твои глаза? Че ты ржешь? Или это он кашляет так? Так, это переливание уже прошло? Походу прошло, как-то все посинело. Их ты сколько. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, иди в жопу! Иди в жопу, пожалуйста, ты, я тебя боюсь. Ну да,
Вот привыкайте, привыкайте, в этой игре таких уродов будет много. Хватит, хватит, это, вставай, вставай, вали нахер отсюда. Чё делать, чё сделать? Ты меня тут типа заманиваешь кучком своим. А, сгори, сука. Гори пламенем. Хорош. Хорош. Так, это что еще такое? Скелет этой хрени лезет? Да хватит, ну что вы делаете со мною? Ну перестаньте, ну пожалуйста. Да их... Чувак, проснись. Я тебя прошу, проснись, пожалуйста. Ой, какие они неприятные, сколько их много. Ай. Ой. А, вы нашли себе охотника? Мы, кстати, охотник, да. Это я в курсе. Лечебница Йозефки. Лечебница Йозефки. Естественно, Next Gen тут во всем проявлении. Это понятно. Графика должна быть очень крутая. Так, что это такое? Подожди. X. Что-то он пытается взять, но у нас типа ничего нету. Ой-ой-ой, вот это я крутанулся. А ну-ка еще раз так можешь? Красавец. И в эту сторону можешь. Молодец. Так, что бить? О, кулаком бить, все понял. Нормально. О, левым кулаком бить. Это правым кулаком бить. А это что? О, а это вот так бить. А это тоже типа пистолет, но у нас его еще пока нету. Давайте посмотрим. Надпись на от руки. Ищите бледную кровь, чтобы преодолеть охоту. Хорошо. Бледную кровь должны мы искать. Где? В этой комнате? Темновато немножко. Настроечки я сделал себе. Я сижу днем, это все записываю, поэтому мне еще немножко от окна отсвечивает. Наверное, надо жалюзи закрыть. И тогда будет... Ну, чуть-чуть получше. Все это мне... На все на это смотреть. Ладно, пойдемте в дверь. Я так понимаю... Ага, я чуть не испугался. Думал, там за дверью кто-то нас уже поджидает. Но нет, это всего лишь другое окно. Пошли. Не понял. Мне показалось, или там кто-то стоит? Нет, вроде никого. Я немножко очкую, честно могу сказать. Эта игра сплошная боль и кровь. Как говорится, тут умирать нам придется очень часто и очень много. Если кто-то не понимает, о чем я говорю, то сейчас, кстати, по-моему, на ПК вышло Dark Souls 2, там переиздание. Ну, или вообще, вы, наверное, вы видели Dark Souls. Demon Souls. Так, смотрите, еще запись. R3, захват, сброс цели. Сука, эти ползут всякие. R3. Ну. Вас нельзя ударить. Ну, это просто они подсказывают мне, что такое захват, что такое сброс цели. Давайте еще. А, ну так. Подожди, в этом я уже и так и сам разобрался. Че вы мне банальные вещи, чужак? Кнопки понажимать не могу. Вы лучше скажите, где оружие найти, потому что я так чувствую, скоро кто-нибудь появится. Сюжетной линии в этой игре как таковой нет. Честно могу сказать, она, если для кого-то и существует, ну, то есть она, конечно же, есть, но она настолько какая-то такая обычная и неинтересная, что, я думаю, многие из вас... О-о-о-о-о-о-о! Ребята! Вот теперь это он. Это он. Прятаться можно как-нибудь? Сейчас, по-моему, не было кнопки присаживаться. Идти тихо. Стелс тут вряд ли существует. Значит, готовимся. Ну, я бы, конечно, поискал бы оружие какое-нибудь, чтобы с этой хренью... Но это то, что на нас вылазило из крови. Блин, ну так у нас точно заметит. Давайте попробуем хотя бы со стороны обойти. Я понимаю, что, скорее всего, встречи с ним не избежать. Тут встречи со многими. Не избежать. Сука, жрешь, да, скотина? А ты можешь как-то не отвлекаться? Ешь, ешь.
Ешь, зайка моя. Ты что, меня увидел? Кушай, лапочка, кушай. Сука, он голову поднял. А как бежать? А как бежать? Так, как уворачиваться, я не помню. Нихера себе! Давай, побежали нахер от него. Побежали. Куда-нибудь наверх. У меня мурашки херачат. Открывай дверь, пожалуйста, быстрее. Блять, он сзади. А, ребят, если кто-то не любит, когда я ругаюсь матом, простите, тут просто в этой игре по-другому невозможно. Иногда. Так, хотела. Ручная пушка. Меня убил, что ли? Да ты не хватит. Хватит. Не, надо попробовать, конечно, тебя ударить разок. Сука, может, я тебя с кулака завалю. Козлину такую. Может и нет. Так, я что-то взял. Fuck you. Так, ну. Все, пиз. Мне пришел. Вы погибли. А вот и первая смерть. Но оружия нету, я не понимаю. Я 100% нельзя будет его руками забить. Ну как с ним бороться просто? Убежать от него нереально. Надо попробовать эти ворота открыть, которые перед нами были. Только каким образом, непонятно. А, вон оно что. Тут это так положено было. Это такая мини-тренировочка была. Попробовать на себе, что значит играть в эту игру. Вот так вот. Ну вот, видите, а я думал, что это... Сейчас придется очень долго дрочиться с этим полуволком, полухер знает, кто он такой был. Да, нас ждет... Мы уже в другом месте. Сон охотника. Это типа он нас в сон отправил. Ну, хорошо. Камень какой-то. Не понял, что это значит. Это нас куда-то перемещает отсюда, что ли? О, хероси. Кукла. Ну, брошенная кукла, я понял. Так, вы что лезете? Посланники предлагают вам обманное оружие. О, выберите одно. Такое оружие носит в правой руке. И применяют во время охоты на чудовищ. Вот, давайте. Вот это уже нормально. Пила топор. Секира охотника. И трость хлыст. Что, чем, от чего отличается? Срок службы. Ну, если честно, банально хочу смотреть на ценник. Ценник 250. Секира охотника. Хотя вот эта пила топор, она во всех роликах, в основном у многих, именно с ней ходит. Он даже вот на заставке с ней стоит. Ну что же, нет, я выберу то, что подороже, правильно? Да, взять секира охотника. Где она? Где? Так, я бью кулаком. Подождите, как мне ее взять? Достань. Вот он, типа бьет. А почему он невидимый? И как мне это сделать? А, старт. Типа статус, система. Одеяние. Ну, оружие. Вот, оружие. Секира охотника. Все, теперь в руке должно появиться. Вот она. Да. О, хорош. Вот сейчас я вам, сука, всем тут задам. На нахер. Ну-ка, вы что мне дадите? Посланники предлагают огнестрельное оружие. Выберите одно. Огнестрельное оружие носят в левой руке и применяют во время охоты на чудовищ. Прекрасно. Пистолет охотника или мушкетон охотника. Опять-таки же, смотрим на цену и понимаем, что мушкетон охотника подороже. Поэтому берем, естественно, его. И делаем то же самое. Старт. Оружие. Где мой мушкетон? Переключить. L2. Во, мушкетон. Есть? Эх, нихрена себе! Он еще и вот так развик... Вы видали, что можно делать? Оп, нахер. На, сука, ну всем пизда сейчас будет.
Так, подождите. А где мой, подождите, мушкетон? Я понял. А вот это что? Это блоки. Так как мне оружие-то поставить? Вот, мушкетон. Я выбрал. Надеть, снять, вернуться, показать, переключить. Я выбрал. Для левой руки. Ну все правильно. Где у меня в левой руке он должен очутиться? Показать. Ну, почему он в моей левой руке еще не очутился? Ладно, может патронов нету? Что еще удар? Получен блокнот от посланников. Передайте сообщение с помощью этих верных слуг, чтобы поделиться с ними, охотниками и другим миром. Блокнот. Нет, пока я пистолет себе не смогу поставить, я не успокоюсь. Ах, вот оно что. Ну вот теперь. И как им пользоваться? Так, это я понял. Стоять. Ох, нихера себе он шмаляет. Так, я не буду патроны тратиться. Видите, вверху девяточка. Ну, по-моему, вообще все красиво. Все великолепно у нас. Все даже очень круто получается. Поэтому мы продолжаем. Вот так не очень удобно ходить. Он не сможет тогда... Вот, он не сможет в двух руках, естественно, нести, поэтому... А мы будем и стрелять, и мочить, как говорится. Давайте еще оглянемся. Я так понимаю, подарки закончены. Теперь мы можем только перемещаться. Используйте отголоски крови, чтобы покупать и продавать предметы. О, можно тут даже что-то купить. А сколько у меня денег? 180 необходимо. Расходные материалы, ключевые предметы... Много, короче, всего. Но у нас пока денег нету. Не будем ничего брать. Так, и что тут? Каждый проходный алтарь. Тут везде можно в любой мир, я так понимаю, попасть через вот эти алтари. Ух ты, сколько их здесь. Внутрь дома, может, зайдем. Заперто. Не пускают нас туда. Да, графон, конечно, хороший, хороший графон. Действительно, игра. Игра на самом деле то, что доктор прописал, как говорится. Ладно, давайте, в любой. Надгробный камень пробуждения. А, нет. Это пробуждение, это значит вернуться сюда. Ну вот, где вот эти были. Палата на первом этаже. Ну, давайте вернемся в палату на первом этаже. И посмотрим, что нас там ожидает. Теперь мы... До зубов вооружены. Не сказать, наверное, что это самое крутое оружие. 100% не самое крутое. Будет еще интереснее. Прокачка здесь сделана вроде как достойно. Но опять-таки же, это все для любителей. Я не могу сказать, что мне нравится вот это вот постоянно что-то сделай, чтобы потом у тебя появилось еще что-то. Потом еще что-то, еще что-то. Это, ну, чересчур задрачивание игрушки, и, конечно, меня это не совсем привлекает. Мы в той же самой лечебнице очутились. И вот отсюда можно вернуться в сон охотника. Так, теперь давайте... Просмотрим, что за записи. А, ну это все атаковать. Главное сейчас разобраться, как нам поворачиваться, я помню. И как мочить. Я тоже вроде помню. Ну, и где ты, злобный зверь? Вот здесь ты, по-моему, где-то был. Сука, готовься. Ой, не в ту сторону стрельнул. Ой, а ты что, для него не дохмеливаешь, что ли? Во! Сдохни, сука! Ой! Ой-ой-ой! Вот и все, и мы второй раз умерли. Неважно, мы с пистолетом были или с чем еще. Так. Два раза уже погибли. Нормальненько так. А что-то он как-то криво стреляет, либо я геймпад не туда направляю. Ужас вообще, а не игра, я вам говорю. Это на самом деле железные нервы должны быть у человека, чтобы ее пройти. Ну, есть такие, кому нравится, и кто проходит. Ну, я вот
Даже после того, как я раз, наверное, 15-20 умер в Dark Souls, я подзабросил эту игру, пройдя там, наверное, не знаю, 10% всей игры, я понял, что это совсем не мое. Но примерно то же самое я предполагал будет с Bloodborne. Мне нравится игрушка и нравится, как она выглядит, и я бы с удовольствием бы в нее дальше продолжал играть, но учитывая вот некоторые нюансы того, что это сейчас сдохнет. Все что ли? Так, типа. Так, увернуться, молодец. На, сучара, опа, он подзавис немного, долго, давай, мочи, есть, сука, сдохни, вот так вот, будешь знать, блин, а вот патронов то, что нет, это, конечно, печально, чик, а где взять, обыскать, пузырек крови мы у него взяли, а это вроде, о, кровь, это жизни, да, и у нас как раз их немного, а как его пить? Как пить пузырек? Быстрые предметы. Вот сюда, наверное, надо поставить. Метка охотника. Пожертвовать все отголоски крови и пробудиться. Сделать или прочитать запись. Ну, давайте, ладно, и то, и другое. А, нельзя, да? Это типа типичные предметы, что ли? Нет, ну вообще на самом деле я как бы ищу другое. Пузырек крови-то где у меня теперь? Так, то, что ты он жрал. Я так думаю, он тут, скорее всего, не один, скотина. И нам придется продолжать. Патронов у нас нету. Я бы выпил бы кровишки бы чуть-чуть, чтобы... Как же пить кровь-то? А вот их три даже у меня. Вот я теперь вижу. Так. Все убрал. Не надо все убирать. Красавец. Так. Как пить кровь? Оба-на! Все, понял. На треугольничек пить кровь. На треугольничек пить кровь. Пошли. Где еще кто? Есть? Смотреть запись. Восстановить. Используйте пузырек. А, ну вот, нам подсказывают, как это делать. Спасибо, поздновато немножко обыскать тело. Еще пузырек крови, хорошо. Давайте до максимума восстановим наше здоровьице. Буду надеяться, что здесь побольше будут этих пузырьков давать. Хотя, не надейтесь. Эта игра очень сложная. Очень-очень сложная. Так, куда дальше? За звуки. Ну, здесь мы бились. Открываем врата. Очень разнообразные противники в этой игре. Вот, во всяком случае, из того, что я видел в трейлерах, то это, конечно, так, центральный Ярнам. Ярнам. Вот названия еще какие сложные. То, что я видел в трейлерах, противники были настолько... Ну, вообще, просто разнокалиберные и маленькие, и большие, и злобные, и какие-то, наверное, менее, хотя не знаю. Ну, как вот такой вот чувак может казаться менее злобным с таким, сука, топором? На тебе, скотина, на, сдохни. Ну, вот это не такой сложный оказался. Но он меня тоже немножечко похерил. О, можно по трупу пройтись. Управлять чем? Устройством? Ой, что я делал? О, лестница. Прикольно. Это он был типа охранник лестницы? Ну, какой-то... Лежи, сука! Лежи, я тебе говорю! О, молодец. Пузырёк крови, красавчик. Давай нам. Тихо, там сзади кто-то еще показывается. Сука, кто же откуда взялся? Быстро вы что-то умираете. Прибежали тут на это. На удары моего топора. Ребята, ну,
пушка, конечно, ни о чем, а вот топорик не нравится. Еще пузырька крови две штуки. Нормально, пока хорошо дают. Я думаю, что дальше в этой игре все будет хуже и хуже. Ну давайте залезем. Это же не просто так. Звон часов на старой башне провожает день вчерашний. И... мать вашу, что это такое сейчас было? Давай заберемся, а то нас с лестницы сбросить очень легко будет. Если это какая-то птица большая. Ёпарасоте, вы посмотрите. Так, ладно. Луна просто охренительная. Я вчера был в... как его? В планетарии, вот. В планетарии вчера был. И там рассказали, что вот... ну, понятно, многие, наверное, знают, но я как-то восстановил в памяти, что Земля смотрится... Это, кстати, Солнце, а не Луна. Земля смотрится с Луны намного, ну, естественно, больше, потому что она в несколько раз больше по размерам самой Луны. Зажечь лампу — это как... лампа переносит вас обратно в сон охотника. В случае смерти вы пробудитесь рядом с ней. Ну да, чекпоинт это так называемый. Вот. И, конечно, вот приблизительно, если бы мы сейчас на Луне находились, то Земля вот такого размера была бы перед нами. Ворота открываются с другой стороны. А перелезть через забор я, естественно, ну, не могу. Тут нет такой функции. Тут прыжка-то как такового нету. Ладно, пойдем дальше. Не знаю, правильно я иду или нет. На самом деле, учитывая опыт игры в Dark Souls, я понимаю, что тут, скорее всего, правильного направления нету. Тут есть только, сука, вот такие бизоны, которые... одного удара, по-моему. Великолепная штука. Он так злобно выглядел, а оказался так легко убиваем. Они просто большие. А вон внизу еще стоит. И еще. Ух ты. Два как минимум. А нам, скорее всего, туда. Вот еще один. И еще один сидит, сука. Давай сидячего сначала завалим. Ух ты, он с этим щитом. Нихера, у него маска какая-то была. Пока справляемся, пока справляемся. Мне это нравится, кстати. Не сразу жестить начинают, но я думаю, это до первого босса. Я помню, в Dark Souls 2. Эх ты, нет, вот столько их я не убью. Их четверо. Потому что убью. А смысл просто, ну вот идти. Всех мочить. Ну, давайте. Просто Dark Souls 2, я помню, как было их сразу, там, с самого начала. Огромные боссы. Сдохнет. Сдохни, сдохни, сдохни. Так, бить. Что-то там надо. Бить, сдохни, сдохни. Я, конечно, не этот. Бог войны. Бог войны. Похоже, вот эта сцена. Он тоже такой маленький, а там вокруг него так много этих больших. Что ты машешь? Все, умирай. Ну, вот мы и со всеми справились. Я думаю, сейчас еще понабегут. Так, дайте мне этих. Не хотите? Будем держать на уровне наш заряд энергии, потому что все что угодно может случиться. Если честно, пока мне нравится, реально. Вот не хочу выключать. Хочу продолжать играть. Блядь, кто там? Звуки какие-то. Не мои, по-моему, шаги. Самое главное, вот, если кто-то ищет сюжеты в этой игре, вот, посмотрите, какой тут сюжет. Просто вышел, просто всех херачишь, и все. Больше ничего. Наверное, да, там какие-то истории будут рассказываться по ходу, но как-то... Ты живой, сука, был, оказывается. Сидел тут. Блин, вон, с оружием появились. Вот это уже посложнее будет. А, он и был с оружием, да? Ух ты, бляха. Тихо. Тихо. На!
лучше один на один вытаскивать. На битву. Битву. Иди. Иди ко мне. На! Я тебя опередил, ударщик. На! На! Почему их оружие нельзя забирать? У них такое прикольное оружие. Да хорош, ну всех-то я не перебью, ребят. Ну вы что? Ну очень много. Ну чересчур прям. Обойти можно? Ртутные пути? Что это такое? И логика хотя бы в каждом мире есть. Чем-то он заканчивается. Так, это что такое? Оу! Оу, я тупо обыскивал скотина. Ты что делаешь? Так нечестно. Откуда ты вылез вообще? Скотобаза. Да. Всего три штуки у меня. Уже стали меньше. Давайте этих. Блин, да ёпарасы, ты все время будете из-за угла на меня нападать. Я уже весь в крови вашей. Ну, не сказать, что он прям сильно урон наносит одним ударом, но неприятно. Таких 3-4 удара и все, и жизнь закончится. Так, теперь надо за каждый угол заглядывать. Ну их нахер. Ты живой, не живой? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Воу, ребятушки, нечестно! Они меня убили, что ли? Они меня убили, представляете? Я не обратил внимания, что они меня заметили. Так, куда я сейчас вернусь? Куда я сейчас вернусь? Ребята, пожалуйста, куда-нибудь недалеко. Или все-таки к той лампе, которую только зажег. Неужели все с самого начала? Ну да, вот они, длинные загрузки, которые частенько бывают. За окном сумасшедший ветер, еще страшнее становится. Аж двери сквозняком открываются. Мы вернулись. Так. Ну да, к этой самой лампе, представляете? С самого, мать его, начала. Практически. Опять этих всех мутузить больших придется. Вот здесь были. Или не будет? Да, будет, ну да, тенс, конечно. Да, сука, сдохни. Да. Причем слышал я еще такую вещь, что они появляются заново. А потом. Ох, там тоже что-то светится. Прыгнуть можно сюда? Я умру, разобьюсь. Потом еще ведут себя как-то по-другому. Я бы, если честно, уже другой бы мир посмотрел бы. Стоп. Так, отходим от этого. Надо, конечно, тактику боя немного выбирать. Пока я с этими сильно убирать не приходится ничего. Коктейль Молотова? Ух ты! А как его использовать? Вот я и слышу шаги не свои. Откуда кто идет? А, это вот там внизу они шли толпой, да. Вот, коктейль Молотова мне дали. Как мне его использовать? Во-во-во-во-во-во-во, пожалуйста. Пожалуйста, как мне взять его в руку? Я прям в их толпу сейчас как кину. Как взять в руку? Надеть, снять X. Взять-то мне как его? Тихо. Блин, а вот. Или нет? Не понял я. Не понимаю, если честно, как взять коктейль Молотова. Вот коктейль Молотова. Вот она переключается, точно. Возьми его в руку, пожалуйста. Как тебя зовут теперь?
тебя взять в руку. Как кинуть в ту, сука, толпу? Блин, не кидается. Ух ты, а что-то я вот этот удар не понял. Не, ну неинтересно так. Ну как взять коктейль Молотова? Да, ну вот он, все, он у меня в быстрых предметах. Все, чик, коктейль Молотова. Использовать. Как использовать? Нет. Ну что ж такое-то? Так, не надо больше пить. Вот как! Сука, понял. Ну, жалко коктейль Молотова. Давай, идите сюда. Скоты. А, бежишь. Бежишь, да? Ну умрешь первый тогда. И ты умрешь. А может и я умру. А может и я умру. А может и не умру. Он попрыгает. Давай, да хорош. В прошлый раз они мне легче дались. Ладно, ребят, на этом, наверное, будем заканчивать этот первый взгляд на эту... Ну, на самом деле, хорошую, конечно, игру, Bloodborne, просто она своеобразная, которая не каждому будет по душе. Я думаю, я приблизительно показал, что и как. До первого босса, конечно, не дошел, но я думаю, что вы намного лучше меня будете играть в эту игру и дойдете как можно дальше. Все, на этом будем заканчивать. Не забывайте подписываться на канал, на группу ВКонтакте, и до скорых встреч. Всем пока!